Всем привет! С литературой закончил, взялся за кинематограф. И вчера вечером наткнулся на очень занятный фильм с Тимом Робинсом в главной роли, чей герой объявил войну автосигнализациям. Хорошее кино. Кстати, напоминаем вам о новогодней карте, на которой засветы от взрывов и выстрелов, что вышли в прошлом декабре, выглядят просто фантастически. Пока!